Итак, будем знакомиться с нашим новым приобретением. Кофемолкой распаковываем. Вчера с мужем приобрели новую кофемолку. Очень долго выбирали, так как хотели молоть в ней сахарный песок в пудру. Вот. И оказалось, что не все модели кофемолок могут это делать, а только кофемолки со съемной чашей. Поэтому наш выбор пал вот на эту красавицу. Сейчас мы попробуем перемолоть сахарный песочек в пудру. Так как собираемся печь булочки. Так, Паш, розетку. Гудит. Так, ну что, сколько нам нужно засыпать до какой-то там вот рысочки, видишь? Чуть меньше. Может, ложечкой возьмем? Еще. Покажи, что получается у нас. Так, уже мелко, еще буквально секунд 5. Такая пудрочка у нас получается. Вот. Так что будет теперь у нас чем посыпать наши булочки. Покупкой довольны.